На ремонт дорог дополнительно выделили 1 миллиард 200 тысяч рублей, сэкономленных в прошлом году. Теперь объем регионального дорожного фонда составляет более 11 миллиардов рублей. По информации правительства, дополнительные средства пойдут на ремонт трассы Тверь-Ржев, завершение реконструкции подъезда к Ржевскому мемориалу от трассы М9, а также на увеличение объема дорожных работ в Твери. Также в 2020-2022 годах в двух городах пройдут ремонтные работы в рамках закона о статусе «Город воинской славы». В столице Верхневолжья в программу включено 20 дорожных объектов протяженностью почти 26 километров. В Ржеве 54 объекта не только дорог, но и дворов. На всех объектах должны быть соблюдены четкие сроки сдачи. Мы четко будем требовать соблюдения установленных сроков проведения работ, кроме аварийных, до 1 октября, основные работы до 1 октября года, в который эти работы были обозначены. Когда мы затягиваем по тем или иным причинам проведение дорожных работ, то мы входим в определенную зону риска. Сегодня мы еще раз дали указание Дорожному фонду, Министерству транспорта внимательно следить за ходом проведения работ и не допускать укладку асфальта во время дождя, либо во время снега, потому что это нарушение всех регламентических норм, ну и, соответственно, это риски по сокращению гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия.